Хотелось сказать, что от 12 до 30 лет. В основном молодые люди. Это возраст, который сегодня приходили, да? Да. И сколько человек, еще расскажите? Ну, наверное, более 50 человек. И самое интересное, вот зайдите в киоск, посмотрите, в каких антисанитарных условиях находятся там фрукты. Вот кто были понятыми, они сказали, что мы брать больше фрукты ничего не будем. Но всего один человек пришел, и то, наверное, увидев нас, он купил там фрукты. А в основном остальная масса приходила и спрашивали на свадьбе. Молодой человек, пройдите, пожалуйста, вы за нас свадьбе? Нет. Ну, пройдите, ваши данные сейчас возьму. Скажите, какое наказание ждет вот тех людей, у которых вы изъяли такую большую партию? Давайте дождемся окончания следственных действий. Да, мы будем говорить уже о наказании. Но надеюсь, что в этот раз данные люди не уйдут от наказания. На свадьбе покупали? Нет.